Прокуратура Одесской области через суд расторгла договоры между горсоветами и недобросовестными арендаторами пляжей. Так, в силу вступило решение хозяйственного суда по двум искам о разрыве договоров аренды участков на пляже курортный. Хотя заниматься этим должен был горсовет. Я напомню, что в начале марта прокуратура направила в суд 36 исков. Требовали признать недействительными договоры пляжей Лонжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, Чайка и курортный.